Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Кожна жінка хотіла би бути надзвичайно гарною, і для цього їй обов'язково потрібно працювати зі своїм тілом. І як же тут без масажу? Сьогодні про різні техніки, і особливо авторську, ми поговоримо з гостем, який приїхав до нас із Києва. Це Олександр Ніколайчук, масажист, викладач масажних технік різного плану. І ми дуже раді, що саме ви будете представляти сьогодні таку тему, так? Це масажні техніки різного плану. Отож, з приводу технік, які, на ваш погляд, найкращі та найефективніші на сьогоднішній день? Якщо ми будемо зараз говорити о техніках для жінки, да? Так, звичайно, жінка хоче бути гарною, тим більше. Тому що для мужчин технік не так багато, їм спину би пом'яли. І все, так? А жінці важливо, щоб було все там. Для женщин надо тоже, наверное, разделять немножко разные техники. В первую очередь это здоровье, да, оздоравливающие техники. И есть такие техники, как коррекция фигуры, да, те самые антицеллюлитные массажи. То есть там, где женщине особо все равно, как она себя чувствует, главное, чтобы она выглядела хорошо. Да. И с другой стороны, если женщина здорова, то она, конечно же, будет хорошо выглядеть. Угу. Поэтому кто это понимает, да, это связано. Поэтому кто это понимает, тот в первую очередь беспокоится об оздоровительных каких-то техниках массажей. И только потом, если уже нужно будет, да, какие-то антицеллюлитные. Угу. У вас с собою є такі знаряддя, які використовуються в масажних техніках, такі на перший погляд вони трохи страшні, я не знаю. Схожі на ножі чи що, я не знаю. Да. Що це таке, розкажіть трошки. Это сейчас, ну, скажем так, такой вид массажа, это, по сути, это инструменты для массажа, это массажеры. Называются это инструменты для мобилизации мягких тканей и ММТ. Ну, у нас в Украине и вообще в русскоязычных странах это называется блейды и массаж блейдами. По сути, главная задача такого инструмента – это сохранить руки массажисту, когда он очень активно работает в каких-то коррекционных техниках. Да? И также они помогают добраться до тех глубоких тканей, до тех структур, которые на самом деле являются, собственно, причиной каких-то деформаций кожи, там, те, которые видны на коже. Потому что когда есть какие-то бугры, там, проявления целлюлита, то, по сути, это не кожа виновата, тереть ее не надо для этого, там, натирать мазями, она не виновата в этом. В этом не виновата подкожно-жировая клетчатка. Жир тоже не может создавать какие-то неровности на поверхности. Да? То есть в этом виноваты слои ткани, которые находятся чуть-чуть ниже. Так называемая фасция, да? Если кто-то слышал что-то о ней. Ось що, тобто то есть далеко фасция, треба дістувати. Что такое фасция? Это, ну, вот кто курицу разделывал, видел, что каждая мышца курицы покрыта такой пленочкой. Точно так же все в нашем теле происходит. И каждая мышца, каждая косточка, каждый сосудик покрыт вот этой самой фасцией, такой пленочкой. И вот для работы именно с этим уровнем ткани, с фасцией, этот инструмент и нужен. Ну, це треба так далеко діставати, аж туди до нього. Ага. А як же тоді? Ми бачимо, що тут є багато різних. Ось, наприклад, ось такий інструмент. Так? В нього є не зазубринка така, а такий от овальний кінець. Так? І він трошки загострений з одного боку. Це для якихось тканин, так? Для особливого чогось. Любая форма інструмента, вона предусматривает для чего-то, для какого-то удобства. То есть, если я хочу хорошо проработать ладошку, да, то мне, конечно же, удобнее будет так работать. Либо если я хочу добраться до места крепления мышцы какой-то, да, мне удобно будет уйти туда именно инструментом. Потому что пальцем это может оказаться очень болезненно. Ага, потому что когда мы выполняем массаж чего-то пальцем, какого-то места, которое болит, например, да, вот я хочу проработать место крепления мышцы, мне надо чем-то твердым это сделать, а у меня твердое в пальце, что кость. Поэтому, по сути, я должен выполнить массаж костью. Но так как у меня еще есть ткани, они же, ну, как бы, достаточно большая площадь, я пережимаю еще сосудистые пучки, нервные окончания, и мне больно. Но если я уберу эти ткани, да, там, и косточку сделаю немножко поменьше, соответственно, это инструмент. И я уже безболезненно добираюсь до тех бачите, структур, тут, да, и проблем нет. И мы бачимо широкий, то, мабуть, для ширших ділянок тела використовується. Большой инструмент, по сути, когда мы выполняем такой массаж, мы
задача наша – использовать инструмент только его весом. То есть, когда я буду делать массаж, например, там, бедра, я буду просто использовать вес инструмента, не включая свои мышцы абсолютно. Угу. Поэтому я не буду уставать, я могу работать долго и счастливо. Да? Клиент при этом не будет ощущать жуткой боли, но за счет веса инструмента мы будем проникать очень-очень глубоко. То есть это будет еще глубже, чем работа руками. Ну, так, вже все продумано на сьогоднішній день. То есть выглядит оно, конечно, страшно, но при правильном выполнении это можно назвать релакс-массажем. Так, з такими інструментами. Не треба боятися, це я так до жінок. Якщо ви будете бачити такий набір інструментів у мастера, це говорить тільки про його... Так, то есть запомните, такой массаж должен быть приятным, безболезненным и очень-очень хорошим. Ну, це взагалі, мабуть, перше, так, з чого треба починати. Ні в якому разі не треба відчувати гострий біль. Якщо ви це відчуваєте, то треба сказати вашому майстру, що ви зараз відчуваєте щось дискомфорт. Я би рекомендував так для себе определять, правильно ли вам виконується якась техніка. Якщо в процесі якоїсь масажної техніки, неважно, це інструмент чи руки, ви чуєте боль, але боль приємну, да, от така от томяща, приємна боль. Вроді би і больно, але вроді би і дуже приємно. Ну, спортивна, да, така. Це, ну, називаємо так, як це розтяження фасіальних структур. Тобто це нормально, это хорошо, значит, все работает. Но если вы чувствуете резкую, неприятную боль, когда вы зажимаетесь, это уже плохо. То есть в данном случае происходит мышечный спазм. И когда мышца спазмирована, то есть при тягучей боли приятной мышца расслабляется, когда боль острая, мышца сокращается, соответственно, она перестает питаться нормально кровью. Раз она перестает нормально питаться кровью, то здоровье вам это не принесет. То есть место расслабления мышца сокращается и становится еще хуже. Поэтому никогда не допускайте резкой боли. Если вам массажист говорит «терпи», не надо терпеть, просто встаньте и уйдите, потому что он должен выполнить технику правильно. И когда рассказывают о том, что нас так учили, мы знаем так давно, все так, мы 10 лет так делаем, все нормально. Если почитать действительно учебники тех авторов, на которых строится весь классический массаж, если мы говорим о классике, то там как раз четко написано, что техника должна быть безболезненная, и все эти варианты боли там описаны. Ну, так, так. Ну, це звертаємо увагу в першу чергу лише на це, так? А далі вже дивимось за нашою потребою. Якщо, наприклад, це антицелулітний масаж, то ми знаємо, що потрібно робити, як треба до нього ставитись, і знаємо, що ефект буде за якої процедури. Скільки треба їх пройти, щоб був у вас ефект? Ну, можливо, залежить все від початкової стадії, так, з якої людина прийшла. Да, але все ж. Если к вам пришла клиентка, ну, не к вам, к массажисту, пришла клиентка весом в 120 кг, и при этом она ежедневно ходит в Макдональдс, и как бы она все равно будет в него ходить, а к вам, к массажисту, она приходит только для того, чтобы что-то сказать подружкам, что я собой занимаюсь, или сказать мужу, я вот пошла на курс антицеллюлитного массажа, теперь я буду красивой, да, то, скорее всего, таких массажей нужно будет до конца ее жизни, там, миллион, да, там, то есть... Так они... это же классный клиент, да, то есть это для массажиста. Это вечный клиент для специалиста, но если, как говорится, за искусство там бороться, да, то результата тут не будет. Ну, мы жартуем, звичайно, все зрозуміють, что треба слідкувати за своим здоровьем, в першу чергу, так? Тобто массаж вам не допоможе, якщо ви харчуєтесь десь неправильно, якщо це фастфуд, якщо ви собою не займаєтесь, не робите зарядку ні вправо, нічого, то, звичайно... Если женщина хочет действительно что-то в себе поменять, первое, что она должна пойти, ну, если у нее, скажем так, если у нее есть действительно лишний вес, то есть когда она весом уже больше 90, тогда первый ее специалист – это эндокринолог. И дальше уже с ним она разработает программу, как выходить из этой ситуации. Потом это будет диетолог-нутрициолог, это будет тренер, фитнес-тренер грамотный, да, и, конечно же, массажист. В данном случае массаж возьмет на себя правильный массаж, где-то процентов 30%. Із общої роботи. Непогано. 30% це дуже така суттєва доля. Но если это будет просто массаж, то этих 30% не будет. Скорее всего, это будет, может быть, 5%, а может быть, 3%. Должна быть вот такая консолидация специалистов. Що виправляє масаж? Главная задача любого массажа – это восстановление атрофики тканей, восстановление кровообращения, восстановление лимфа и венозного оттока. Когда говорят о том, что антицеллюлитный массаж как-то там куда-то сжигает жир там, или что-то с ним происходит, нет, это физиологически невозможно.
У нас природа так заложена, что есть только два пути убрать жир из организма. Первый путь – это липосакция, да, механический способ, его просто вырезать. И второй способ – это жир, он в процессе окисления перерабатывается на аминокислоты. Происходит это все в наших клеточках, в таких частичках клеток, которые называются митохондрии. Это энергетические станции организма. Вот именно там происходит окисление жира. Никаким другим способом не стучать по нем, не кричать на него, не трусить вот, не получится. Поэтому задача любого массажа – обеспечить вот именно тот самый трофику тканей такую, чтобы этот жир доставлялся именно в клетку для переработки, а не откладывался в какие-то жировые ловушки. Ну, щоб просто все гармонійно працювало в людини, так? Да. Дістати, щоб це був такий кровообіг, який забезпечить вам життєдіяльність і правильну, так? Усіх ваших клітинок, усього вашого організму, так? А з приводу роботи масажистів, мені дуже сподобалось, коли ви показували інструмент, який допомагає вам не втомлюватись і який допомагає працювати ще довго. Тож, хотіла запитати, який ваш робочий день і скільки ж масажів ви можете зробити там зранку і до вечора? Ну, тут вже все залежить від того, скільки чоловік може на ногах стояти, тому що ми не забуваємо, що помимо роботи руками, ми ще стоїмо на ногах. І якщо, наприклад, день жаркий, да, 30 градусів, і вистояти, наприклад, 10 часов достатньо трудно. Але я знаю спеціалістів, які роблять по 10 масажів в день. Утром приходят в 5 утра и до самого вечера. Ну, хочу сказать, что это, конечно, достойно восхищения, но это работа на износ. То есть рано или поздно такой специалист, он выгорит, потому что надо, чтобы организм отдыхал. Это очень сильный стресс для организма. Конечно же, если... Массаж треба специалистам пробовать. Да, конечно же. Если сравнивать 10 массажей руками и 10 массажей инструментом, то, конечно же, лучше инструментом это делать. Как минимум суставы, пальці, рук, вони не будуть так ізнашуватися. От кажуть, що у фахівців видно одразу, у них міцні руки, і видно, що вони працюють руками, так? А, ну, як по чоловікові, мабуть, не видно, а от якщо жінка масажист, то буде видно. Якщо вона працює якими-то достатньо жорсткими силовими техніками, руками в основному, да, тоді по ній буде видно не по накачаним рукам, а по опухшим суставам. Чітко буде видно. Да. Справді, зараз в Україні дуже багато розвивається різних технік масажу. І хочеться зазначити, що кожен фахівець, він показує себе, показує свою авторську методику. От ви також розробили свою, розкажіть трошки про неї. Ну, я хочу сказати, що у мене кілька авторських методик. Декілька, да, так. Тобто, це... Практически большая часть из них – это с использованием как раз инструмента, инструментальной мобилизации мягких тканей. Одна из таких техник – это коррекция тела, то есть это общая коррекция тела, да, потому что нельзя говорить там антицеллюлитный массаж, потому что если, например, у человека дряблый живот после родов, после там, похудения там, у женщины, да, то это не целлюлит, это просто дряблый живот. И... А, до речи, це виправляється? Конечно. Ось хотіла конечно. Запитати. Так, да. Масажем? Конечно. Ну, массажем, воздействием, плюс какими-то процедурами, плюс определенным образом жизни, это все очень красиво справляется. Если, например, живот после тех же родов в растяжках, да, и мы хотим немножко спрятать эти растяжки, это же не целлюлит, да, соответственно. Звичайно, так. Нельзя называть это антицеллюлитным массажем. Если в результате сутулости у женщины произошел птоз бюста, да, он немножко приопустился, его можно поднять, конечно же, проработав соответствующие, ну, как бы ткани, мышцы, но это, опять же, это не целлюлит, это коррекция фигуры. Поэтому правильно называть все, что в женщине в себе не нравится, это коррекция фигуры. Угу. Вот, тобто поэтому... це ось така одна да. з авторських методик, так, коли да. ви виправляєте, коректуєте фігуру. Это общая коррекция всей фигуры, всех, угу. как бы, таких недостатков, которые там есть. Одна из техник также есть, это инструментальный массаж лица, то есть с помощью такого инструмента, угу. специально разработанного, выполняется массаж лица, именно такой безоперационный лифтинг. То есть подтяжка, дренаж,
Просто неймовірні техніки. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, чи можна позбутись зморшок? От є багато людей з мімічними зморшками, і вони не хочуть собі робити якісь там, ну, ми знаємо, так, уколи чи щось іще, так, те, що не дозволяє людині потім бути живою. Так, хочеться посміхатися, хочеться повноцінно відповідати цьому світові і, звичайно ж, жити без зморшок. Чи є у вас такі методики, які допомагають і дозволяють це робити? Ну, по суті, ізбавитися від морщин різні методики допомагають, в тому числі і моя, звісно ж. Любим масажем можна достигти якоїсь цілі. Вопрос тільки, як швидко, як надовго хватить результату, як при цьому стане мастер. Тому варіантів, як ізбавитися від цього, дуже-дуже багато, дійсно. І якщо це якась якісна техніка, і мастер дійсно вміє робити, він, скоріше всього, допоможе людину. Угу. И не обязательно придется делать какие-то процедуры неприродные, да, скажем так. Угу. Еще, вы сказали, еще у вас есть ваши авторские техники. И есть еще одна техника, она сейчас, скажем так, в процессе своего развития, тем не менее, как показала практика, она является наиболее востребованной. Это, скажем так, массаж для женского здоровья. Да? То есть она называется Woman Healing Massage. И задача этой техники как раз, ну, как бы все женщины знают, что проблемы все, это по сути касается и мужчин, да, то есть все проблемы со здоровьем происходят из области живота и области малого таза. То есть это мочеполовая система, это кишечник. И для женщин основная проблема, по сути, это застои в этой области и застои крови и спаечный процесс. То есть кто с этим столкнулся, те, кто уже постарше, те прекрасно знают, что любое вмешательство, любой воспалительный процесс, тоже кесарево сечение, да, там, аппендицит, какие-то воспаления там, мочеполовой системы, они все приводят потом к образованию таких как бы спаечек, да, тяжей. Вот. То же самое, то есть спаечный процесс, это по сути как такие спаечки соединительной ткани, которые между собой стягивают ткани. Угу. Да? То есть одна из главных там, проблем, например, если есть проблема с деторождаемостью, когда женщина не может забеременеть, да, эта спайка как раз вот трубы маточные, да, то есть они по сути спаиваются такой тяжиком, да, и яйцеклетка туда уже не может пройти. Угу. Тобто це можна виправити, так, за допомогою масажу? Ну, іноді масаж тут допомагає, іноді допомагає тільки хірург. Угу, да, угу. Тобто в залежності від состояння, то есть, але перш ніж йти на хірургічну процедуру, можливо, спробувати масаж, так? Тобто це перший такий спосіб, який допоможе вам без хірургічного втручання подивитися, чи це буде працювати. Можливо, так? Можливо, можна за допомогою такої техніки виправити ситуацію? Да, так, різати завжди потрібно. Так, звичайно, і різати то вже останнє. Різати ми завжди встигаємо, а коли вже порізали, там вже назад це все не повернеш. Надо понимать, что любое хирургическое вмешательство всегда приведет к рубцеванию ткани и к какому-то спаечному процессу. Даже если лапароскопически вводят какой-то зонд, делают прокол, там уже будет происходить вот этот спаечный процесс. Пане Олександре, справді, стільки інформації ми сьогодні почули. Для жінок це було дуже корисно. Я так сподіваюся, що вони скористаються з цією інформацією, почують і будуть знати, як правильно діяти в будь-якій ситуації, аби були жінки здорові, так? Ну і, звичайно ж, гарні. Так? А здорова жінка, вона буде сяяти, вона буде посміхатись і взагалі буде вдячна усьому світу. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, приїхали з іншого міста, і я так хочу, щоб ваші техніки вони теж були запитаними і в Україні, і, можливо, і за кордоном, так, показувати своє вміння і лікувати, і допомагати людям. Це дуже непогано, якщо майстер вміє це робити, володіє цим, так, ну і, звичайно ж, він буде приносити лише користь. Тож, дякую вам, бажаю великого успіху, ну а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.